Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет об электробритве от компании «Бердск» модели 3367AS. Ссылки на магазины, где можно приобрести этот товар по самым выгодным ценам, я оставлю в описании. Надеюсь, что ролик вам понравится, и вы поставите лайк и напишите комментарий. А чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов, рекомендую подписаться на наш канал и включить колокольчик. Управление. Модель имеет эргономичный корпус и продуманное расположение кнопок, поэтому отличается комфортным управлением. Дизайн. Благодаря особому дизайну бритва станет незаменимым инструментом для чистого и комфортного бритья и особенно подойдет тем мужчинам, чья кожа лица склонна к раздражению. Водостойкий корпус. Электробритва обладает водостойким корпусом, но не подходит для влажных процедур с применением пенок и гелей. Она мягко передвигается по коже, не оставляя раздражительных реакций, зуда, жжения, покраснений. Сначала расскажу об основных достоинствах этой модели. Двухдорожечные бреющие ножи. Увеличение интенсивности и качества бритья за счет большей площади. Система объемного бритья, плавающие бреющие ножи, подвижные сектора бреющего блока. Повторение контура лица – лучший результат бритья. Блокировка выключателя от случайного включения. Удобство во время поездки. Литиевые аккумуляторы, сокращенное время зарядки и увеличенное время работы без подключения к сети. Плавный ход. Благодаря плавному ходу трех независимых бреющих головок и особой форме лезвий, прибор идеально захватывает волоски, позволяя эффективно срезать как длинную бороду, так и небольшую щетину. Специальное покрытие. Покрытие вокруг бреющих головок препятствует развитию бактерий и снижает риск возникновения раздражения после бритья. Эффективность. Благодаря мягкому скольжению лезвий, она обеспечивает чистое и безопасное бритье, легко справляется с волосками разной длины и эффективно удаляет даже небольшую щетину. Я проанализировал отзывы пользователей и выделил основные отрицательные. Нет влажного бритья. Китайское производство. Хотелось бы, чтобы бреющий блок наклонялся плавнее. Нет триммера. Дерет длинную щетину. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным, поэтому сейчас расскажу о положительных отзывах. Частота бритья. Есть индикатор заряда. Цена. Красивый современный дизайн. Можно мыть под струей воды. Цена на сменные лезвия. Долго держит зарядку аккумулятора. Работает как от сети, так и от аккумулятора. Удобное в использовании. Напоминаю, ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. А чтобы быть в курсе выхода всех новых видео, рекомендую включить колокольчик. До скорых встреч в новых обзорах!